Виктория Боня – теледива, модель, блогер. Ее по праву можно назвать женщиной, которая сделала себя сама. Простой, провинциальной девушке удалось стать кумиром миллионов, а впоследствии гуру здорового образа жизни, мнению которой прислушаются многие молодые особы. Сегодня Виктория – бывшая участница реалити-шоу и телеведущая, реализуется на просторах интернета. Виктория живет в Монако вместе с дочерью. На родину светская львица и не думает возвращаться, однако она всегда очень тепло отзывается о своих близких. Стоит отметить, что женщина помогает им и поддерживает близкие отношения, а в этот раз она решила показать, как выглядит ее мать. К слову, у Галины Ивановны был юбилей, именно по этому случаю телеведущая опубликовала фото родительницы, поздравила ее. Однако поклонники были поражены моложавым видом женщины. Она выглядела просто потрясающе. У Галины Ивановны свежий молодой вид, ее легко можно принять за ровесницу собственной дочери. Конечно же, поклонники оценили свежий и подтянутый вид женщины. При этом стоит отметить, что они просто осыпали Галину Ивановну комплиментами и написали: «Какая красивая мама! Приятная внешность. Виктория, вы вылитая мама», прокомментировали фолловеры Бонни.